Говорят, что актер не должен быть красивым, но обязательно харизматичным. Однако большинство харизматичных актеров не только талантливы, но и красивы, даже если их красота не вписывается в современные стандарты. Сегодня на канале «Сплетники» молодые харизматичные российские актеры. А кого из них назвать самым красивым, решать вам. Кирилл Плетнев. Слово «восхищение» употребляется чаще всего, когда речь заходит об этом актере, который за свою творческую карьеру сыграл уже почти в 100 картинах. В каждой роли Кирилл смотрится гармонично и уверенно носит звание одного из самых харизматичных актеров современности. Павел Прилучный. Он, конечно, один из самых талантливых актеров в российском культурном пространстве. В адаптации телепроекта «Преступление» он блестяще исполнил роль полицейского, которого в оригинале играл Юэль Кинеман. Как и Кинеману, сделать невероятную карьеру Павлу помогла не только брутальная внешность, но и харизма вкупе с упорством и талантом. Алексей Бордуков. Вполне вероятно, встретив его на улице, многие россиянки даже не обратили бы на него внимания, однако стоит ему появиться в кадре, как все внимание зрителей концентрируется на нем. Скажете, магия? Нет, харизма. Дмитрий Паламарчук. Звезда многосерийных телепроектов «Невский» и «Чужой» говорит, что должен обязательно испытывать симпатию к своим персонажам, но каких героев бы он ни играл, положительных или отрицательных, зритель всегда будет им симпатизировать. Александр Паль. От звезды картин «Горько» и «Парень с нашего кладбища» невозможно отвести глаз, и дело тут не в симметрии черт или особенной красоте глаз. Дело в актерской харизме, которая делает игру актера уникальной. Юрий Чурсин. Природа наделила актера тонким нервным лицом, ему одинаково хорошо удаются роли и преступников, и борцов за справедливость. В сериале «Химик» он сыграл ученого, одержимого идеей доказать миру свою гениальность, а в «Трех мушкетерах» перевоплотился в аристократичного и немногословного Атоса, роль которого в фильме 1978 года сыграл Вениамин Смехов. Павел Баршак. Первую дозу популярности харизматичный актер получил, снявшись в картине «Прогулка». Несмотря на то, что критики пророчили Павлу амплуа романтиков и классических хороших парней, он не стал заложником одного образа. Риналь Мухаметов. Выразительное, пластичное лицо артиста и неординарный актерский талант, конечно, не остались без внимания, но любовь россиян ему принесла харизму, заставляющую верить его героям. Евгений Цыганов. Непостоянство Евгения разделило могучую армию поклонников на два непримиримых лагеря. На тех, кто понял поступок актера, оставившего Ирину Леонову, мать его семерых детей, и на тех, кто назвал его предателем, однако в таланте и харизме актера не посмеет усомниться никто. Даниил Белых. Он обрел миллионы поклонников после выхода сериала «За все тебя благодарю», в котором играл беспринципного мерзавца Алика. Когда создатели сериала решили убить героя Белых, поклонники потребовали изменить сценарий и оживить своего любимчика. Впоследствии фильмография Белых пополнилась не менее яркими ролями, и в каждой из них актер поражал зрителей своим талантом и актерским обаянием. Есть ли среди десятка этих актеров тот, кого бы вы назвали самым красивым? Или кого-то пропустили? Пишите свое мнение в комментарии и подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм-канал. Все ссылки под видео.